Кожного дня з понеділка по п'ятницю відповідай на актуальні питання на головних вулицях Миколаєва та почуй голос твого міста. Кого можна вважати патріотом? Спитаємо у городян на вулицях міста. Це, мабуть, якісь бізнесмени, у яких є якийсь посил, якісь депутати або чиновники, я не знаю. Це навіть звичайні люди, які... у которых есть возможность в своем дворе сделать какую-то площадку для детей. То есть я считаю, это уже патриот своей страны, ну, как-то так. Не ломаем деревья, даже посадить можно клумбочку возле подъезда, там скамеечки, покрасить, если есть возможность у кого-то. Ну, то есть чистоту соблюдать. Есть такая поговорка, даже не там чисто, где убирают, а там, где не сорят. Возможно, не отказывать помощи, если кто-то поможет. Быть сплоченнее намного. Делать, как я говорил, уже больше мероприятий для общественного развития даже того же города, чтобы какие-то люди, например, инвесторы, влаживали в нас деньги, то есть видели в нас потенциал, ну, то есть подобное. То, что они приносят какую-то пользу обществу, я думаю, так. Помогают там бездомным, в том же там помогают стране развиваться, добиваются каких-либо улучшений для своей страны, для своего города. Ну это надо не только любить словами, это надо доказывать поступками. Даже брать пример с наших всех деятелей, наших писателей. Они дают нам прекрасный просто пример на всю оставшуюся жизнь. Всем нашим и внукам, и правнукам. И это будет передаваться с поколения в поколение. Те люди, которые любят свой город, ну, которые делают для него что-то полезное и не вредят ему. На практике, ну, вряд ли как-то массово можно что-то сделать. Наверное, это больше от личного отношения каждого человека зависит. Стараться следить за чистотой, во-первых, потому что, ну, приятно, когда ты идешь по чистому городу. Ну, и относиться с уважением к другим людям. В принципе, если минимумом все люди будут поступать так, то многих проблем можно избежать. Это люди, которые в первую очередь, ну, я не знаю, борются, скорее всего, за свои права. Они уважают себя, вот, борются за свои права, за свою свободу и как бы отстаивают свой город и там страну. Я патриотка. Что Украины, что Николаева.